Всем привет, друзья! Это я, Вулф, и снова на связи пёс Шедимена. Короче говоря, посмотрите, ну вы сами знаете, короче, Шеди любитель поспать, и пока что он спит. К нам потихоньку начали подкрадываться зомбаки, я понял то, что будить его бесполезно, и только с вашей помощью у меня получится справиться с этими зомбаками. Короче, пишите в комментариях, с какими оружиями вы сейчас ко мне сюда придете. А также, если ты придешь, то прямо сейчас поставь лайк, и вообще надеюсь то, что каждый твой лайк, он замочит одного зомбака, так что чем больше лайков наберется под этим роликом, скорее всего, тем больше зомбаков мы с вами завалим. Я говорю максимально тихо, и да, про камеру, как всегда, Шедимену не рассказывайте, да и вообще, если из вас еще кто-то не подписан на его канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас, потому что каждый раз здесь происходит что-то офигительно какое крутое и интересное. Ну все, друзья, приятного вам просмотра, жду вашей помощи. А ты этот, смотри, короче, тебе нужно сегодня до моста добраться. Раз, два, три, четыре, пятый здесь стоит, получается. О, вон они, смотри, Вулфи. Все, Вулфи, давай, за мной держись. Так, это вы сняли. Так, все, выходим, выходим. Хорошо, что они тут застряли. Нет, слушай, Вулфи, их там много. Ты меня, если что, немного поохраняй, ладно? Вулфи, что это? Эх, твою! Я понял! Я понял, Вулфи. Ой, ё-моё! Ух, что это такое? Я прям почувствовал, как будто то, что просыпаться нужно прямо в этот момент. Вулфи! Ё-мер! Держись! Держись, Вулфи! Так, нет, такого... Такого я точно не ожидал, то, что такое произойдет. Так, сейчас, Вулфи, господи, у меня патронов... Вообще не заряжены магазины абсолютно. А нет, по-моему, Вулфи справляется. Пока что Вулфи держится. Так, молодец, молодец, Вулфи. Так, сейчас МП-5. Сейчас, сейчас, Вулфи. Вон они за тебя идут. Ай, меня сюда прямо скинули. Давай, Вулфи, за мной, за мной. Так, ладно, нет, 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 ладно, на заборе там виси тогда. Так, сейчас я тебе помогу. Так, не подпущу их к тебе. Так, на тебе туда тоже получай. Сейчас этого добью, Вулфи. Ой, молодец. Так, все, спрыгнул. Давай за мной. Давай за мной, Вулфи. Сейчас, не проблема, не проблема. Если что, этот забор с тобой просто снесем, и все, проблем не будет никаких. Так, все, у меня автоматы полностью разряженные, представляешь? Так, пойдем подальше, отбежим. Пойдем отбежим подальше. Так, где у меня топор? Чуть что, так, я в палатке все забрал, просто не помню нифига. Так, сейчас я тебе еще задам. Вот так, великолепно. Так, сейчас, Вулфи. Сейчас, фух. Вот это да. Вот это называется буквально на минуточку вздремнул, хотя, по-моему, времени прошло достаточно много, потому что, когда я спать ложился, солнце еще примерно в зените, прямо посередине находилось, а теперь оно уже садится, по-моему, если не встает, да? Че, все, атака закончилась? Сейчас тогда, Вулфи, погоди немного. Наверняка ты тоже пить хочешь, ты там пока что попей, все, все свои дела сделай. Так, и заодно нужно связаться-то уже наконец-то с ребятами, потому что до моста мы добрались, как нам сказал Хансман. А теперь нужно с Хантером связаться, сказать ему то, что мы возле моста находимся, потому что планы просто меняются каждую минуту и каждую секунду. А потом нужно автомат дозарядить. А, прием, Хантер, на связи Шеди, прием, как слышишь меня, ответь. Да, Шеди, отлично тебя слышу. Ну что, как у вас там продвижение с леской? Ах, Даш, у меня из головы вылетело, я тебе не сказал. Короче, слушай, ситуация очень стрёмная вышла. Тут какой-то маньяк схватил ее. Вот, помнишь, я тебе с тобой связывался тогда. Вот, в итоге нашел. Тут нам этот Хансман помог. Ну, тот мужик из леса, который и тогда леску спас, и Вулфи, и меня у себя оставил. В общем, он пока что ее к себе забрал, потому что нужно разобраться. Он какую-то капельницу ставил, этот маньяк лески. Непонятно, что он ей туда накачал, короче, что сделал. Пока что леска, так скажем, выбывает на какое-то время. Но у Хансмана есть рация, он будет с нами связываться. Как только леска сознания придет, она в наш отряд сразу же вернется. Короче, он сказал мне, Хансман, то есть он мне сказал, чтобы я шел до моста, пересек его, и там меня что-то будет ожидать. Можешь меня пробить, где я сейчас нахожусь-то? Так, Шеди, секундочку, погоди. Так, да, ситуация, конечно, печальная, с леской вышла. Блин, надеюсь, тут только надеяться остается, то, что с ней будет все в порядке, потому что, к сожалению, мы с ней, вернее, мы с тобой ей никак помочь не сможем. Так, смотри, так, я тебя нашел. Слушай, Хансман, я смотрю, мужик-то продуманный, а что ты его с собой-то не позвал в команду? Да я ему предлагал, он говорит то, что якобы у него в лесу там безопаснее, там и тому подобное, якобы он, я не знаю, в общем. Окей, Шеди, так, смотри, пересекаешь мост, и там, получается, здание тюрьмы будет, ничего себе. А я думал, где в этом городе тюрьма находится, она оказывается вот здесь, вот прямо на другом острове, представляешь? Короче... Так, погоди, погоди, это что такое, самолет, что ли? Так, погоди. Да, реально, Шеди, представляешь, там самолет, оказывается, даже есть. Только тебе бы найти, как бы, ключ от него, если там, конечно, его нет внутри. Вот. А так, в принципе, если ты оттуда доверешься, садишься на самолет и спокойно оттуда улетаешь.
Самолет? Окей, ладно. Хантер, ничего себе такого, я точно не предполагал. Ладно, давай тогда, как только там посмотрю, как все будет работать, я с тобой обязательно свяжусь тогда. Надеюсь, скоро увидимся. Конец связи. Так, ну чё, Вулфи, тебе верится, нет, в самолет-то? Мне чё-то в самолет не особо верится, ладно. Палатку мы с тобой тогда здесь оставляем, и давай сразу с патронами разберемся с тобой, чтобы там на острове... Ну, конечно, то, что тюрьма находится на отдельном острове, это в целях безопасности, это наоборот даже очень-очень правильно, потому что, чтобы заключенные никуда не сбегали, никаких казусов и тому подобной, как бы билиберды не было. Так, пистолет готов, МП-5 готово, только патронов на нем вообще нифига нет. Знаешь что, давай-ка сейчас сделаем так, я пока что дробаш уберу тогда. Так, лучше достану, наверное, лучше М-ку и автомат. МП-5, так, сюда, и пистолет тоже пока что сюда уберу, потому что смотри, у меня сколько патронов-то тут на калашников есть, а? И магазины целые, и тому-тому подобное. Так, все, да, так будет намного лучше. Пойдем, Вулфи. Насколько интересно только длинный этот мост, а по-моему он совсем не длинный, потому что смотри. Да, слушай, совсем недалеко все это дело находится, но все равно, как бы, по мосту с тобой идем. И, кстати, мост, между прочим... Выглядит достаточно безопасно, хотя там даже никаких блокировок и мешков с песками нет, вообще ничего. Ты, конечно, Мулфи, сегодня молодец, я посмотрел, как ты с зомбаками сражаешься, но ты, конечно, ну, недаром говорят то, что заживает, как на собаке, вот ты, в принципе-то, и есть собака, и на тебе действительно все это дело очень быстро заживает. Так, сейчас мы с тобой это все дело, пойдем, Вулфи, сюда пройдем, вот так вот отсюда пролази, тут очень-очень узко, конечно, но ничего, надеюсь, то, что ты пролезешь, ты как бы там вроде пес. Не сильно здоровый, да, пока что? Ну, пока что. Так, Вулфи, с другой стороны. Давай, прибирайся и за мной сразу выступай. Так, смотри, а вон она, видишь здание? Вон оно, то здание-то начинается, посмотри только на это. Да, действительно, самая настоящая тюрьма, по-моему. Сейчас только поближе с тобой подойдем, нужно вблизи обязательно повнимательнее все это дело посмотреть. Так, тут пирс, даже есть тут, получается, заключенных доставляли либо на поезде, либо на корабле, получается, но никаких кораблей... Я тут, к сожалению, пока что не вижу, потому что, честно говоря, мне на самолете немного стремновато лететь, но это как-никак самолет, это даже не автомобиль, как бы, чтобы им управлять, это действительно, мне кажется, нужно иметь не просто навык, а талант самый настоящий, вот, так что, ладно, Вулфи, давай пойдем тогда пробираться поскорее туда, пока что не стемнело, заодно и посмотрим, да и что-то мне подсказывает то, что в это здание тюрьмы будет пробраться совсем нелегко, это же не даром, вернее, не просто так тюрьмой-то называют, да? Так, ну, да, видимо, за все время все заключенные и все надзиратели этой тюрьмы, там полицейские и тому подобное, уже давно были инфицированы и превратились в зомбаков. Так, пойдем, Вулфи, смотри, вход прямо здесь находится, только... Черт, так у нас с тобой никак сюда пробраться не получится, потому что тут ни рычагов, ни кнопок, вообще ничего нет. Черт, побери, и не припрыгнуть никак. Слушай, Вулфи, не видишь нигде отверстия в заборе? Мне кажется, где-то какой-то изъян должен быть по-любому. Тут еще забор двойной вообще. Так, что там зомбятина? Ну-ка, я его... Эх, хотел отстрелить, не успел. Не успел это сделать. Кстати, а по-моему, это отличная идея. Пока что я нахожусь здесь, пострелять в зомбаков. Сейчас я... Вот так, Вулфи, смотри, как мы с ними сейчас поступим. Хотя нет, мне кажется, только патроны зря потрачу. Так, ладно. Слушай, нам нужно какое-то отверстие срочно искать в заборе. Хотя нет, стоп, погоди, зачем нам тюрьма? Нам с тобой сейчас нужно самолет найти. Хотя да, стоп, Хантер сказал, что там, возможно, топлива не будет, либо этого. А то, чем заводится, получается, этот самолет, а значит, нам что нужно найти? Нам нужно найти с тобой пилота, у которого будет лежать ключ от этого самолета, насколько я понимаю, а... Насколько я понимаю, когда началась эпидемия, скорее всего, этот пилот... Посмотри, как они за нами только идут. Этот пилот, скорее всего, находится где-то внутри этой тюрьмы. Потому что тюрьма, мне кажется, она считалась безопасной. Но тут какие двойные заборы. Однако зомби-вирус все равно как-то туда попал. Так, Вулфи, смотри, что это такое здесь. Смотри. О, смотри, смотри, заключенный. Ты пытался, оказывается, сбежать отсюда. Получается, тюрьма-то не настолько уж и надежная. Ладно, давай посмотрим, что у него тут есть. Нет, у него, к сожалению, ничего нет. А если бы у него оказался ключ от самолета еще, то это был бы просто джекпот настоящий. Так, Вулфи. Давай за мной. Тут не бойся, не бойся, не бойся. Тут ничего такого подобного нет, как мы тогда с тобой прибирались через эту подземную какую-то катакомбу. О, военные, кстати. А еще, о, дробаш даже у него какой-то мощный есть. Не, слушай, Вулф, еще далеко не все военные, оказывается, превратились-то в зомбаков. Так, ладно, пойдем дальше тогда с тобой. Так, окей. Первый уровень забора мы с тобой преодолели. Как нам с тобой теперь дальше куда-нибудь пройти? Потому что дальше, по-моему... У нас с тобой пролезть никак... А нет, получится, Вулфи. Слушай, получится залезть. Сейчас, получается, я эти кнопки открываю, и что там, мешки с песками, получается? Ёперный театр, что-то какая-то...
Билиберда получается, честно говоря. Так, а что если... Так, ах ты ж, гадина такая, будешь меня отталкивать, что ли? Так, ладно, сейчас я с ними тогда вот так вот поступлю, а потом, наверное, можно будет как-нибудь мешок с песком-то убрать, скорее всего, да? Я попытаюсь его как-нибудь топором, что ли, сковырнуть, что-нибудь такое сделать. Так, получится у меня или нет? Так, сейчас я это дело попробую... Не, слушай, не получается. Никак не получается до тут добраться, так. А если попробовать как-то... Ну-ка, аккуратненько, просто потихонечку. Нет, никак не получается это сделать. Я никак до этого дела не достаю, и перепрыгнуть у меня тоже отсюда не получится. Так, стоп, неужели у меня даже ничего такого с собой не осталось, чтобы поставить как бы, или и чтобы туда перелезть потом? Погоди, должен быть выход по-любому какой-нибудь. Так, стой. А вон, я вижу, слушай, я нашел, смотри, у нас с тобой, наверное, получится как-нибудь отсюда пролезть, только нам потребуется гранаты или что-нибудь такое, потому что, ну, их тут много сейчас будет, посмотри, сколько их тут лезет. Так, давай, слушай, попробуем как-то, сейчас я этого тогда с мачете вырублю, а остальных я просто с автомата зажму, и они у меня сейчас все лягут. Так, вот, все, сейчас они у меня тут все лягут, потому что против калаша еще никто устоять не мог. Так, вот. Великолепно. Так, и перезаряжаюсь. А тут, наверное, даже можно, в принципе, с помощью мачете добить, потому что они и так с калаша уже все потрепанные. Вот так вот, получайте, гады. Так, Вулфи, давай за мной. Пролезай пока что аккуратненько. Так, Вулфи. Все, молодец. Все, сейчас мы с тобой вот таким образом быстро справимся. Так, калаш дозаряжаю. Сейчас мы с тобой все отстреляем. Сейчас мы с тобой тут все моментально просто сделаем. Так, вот он, зомбак, тут еще один стоит. Так, с ним мы сейчас справляемся тогда. Снова с помощью мачете. Готов. Отлично, так, никого больше нет. Так, это не пилот. У него даже зато щит какой-то есть и дробаш. Так, на дробаше, о, слушай, на дробаше патроны есть, оказывается, представляешь? Так, гранаты две забираю, так, что у вас тут еще? Еще, так, два еще патрона на дробаш. Колючая проволока, я ее сейчас, наверное, использовать не буду, потому что времени нет все это устанавливать. Слушай, а минометами, кстати, можно было бы и воспользоваться, между прочим. Так, слушай, помнишь, там еще один полицейский валялся? Сейчас, здесь... За стенкой, сейчас мы с тобой тогда... Ой, это удобно, на самом деле, то, что тут... дробаши были с патронами. Это просто офигенно удобно. Так, у тебя есть что-нибудь? О, две лестницы, кстати, у него. Зачем они мне понадобятся, я не знаю, может быть, конечно... Ёперный, Вулфи сзади с крыши падают на нас. Прямо оттуда лезут, прикинь. Так, тут еще один дробаш, кстати, у него... Да что ж ты будешь делать-то? У него тоже патроны были при себе, между прочим, Вулфи, прикинь. Так что, сейчас мы с тобой заживем, не то слово, мне кажется. Так, все, военных больше нигде не было. По-моему, нигде не было. Слушай, нам с тобой сейчас необходимо внутрь этого здания пробраться. Потому что мне кажется, то, что пилот должен находиться где-то именно здесь. И единственный способ как-то туда залезть, я вижу только, если мы с тобой как-нибудь перепрыгнем вот в это окно, а туда мы сможем залезть с помощью лестницы, кстати, которую мы с тобой только что нашли, между прочим. Так, сейчас только мы сломаем с тобой вот так вот стекло и проберемся внутрь. А внутри, конечно, тут далеко-далеко не очень-то и красиво, да и... В принципе, тут как-то темновато. Ладно, проверим. Все равно все. Ну, вообще прям все стоит проверять. Да, вот, например, хлеб с тобой сейчас нашли только что. Давай, Вулфи, пока что. Хотя у тебя не получится, наверное, по лестнице залезть, но ладно. Ничего страшного, хоть как-нибудь Вулфи попробуй это сделать. Так, здесь у нас что за сейф какой-то? Ух ты ж, древняя монета, золотые монеты какие-то. Нет, спасибо, золотыми монетами, к сожалению, не постреляешь, так что, мне кажется, 9-миллиметровый патрон намного полезнее, чем эти золотые монеты сейчас. О, вот они, ключи-то, походу. Слушай, я нашел, по-моему, Вулфи. Так, ключ. Слушай, нет, я бы не сказал, что это ключ от какого-то самолета, потому что это по виду самые обыкновенные ключи, между прочим. Слушай, это какой-то кидалово, по-моему, самое настоящее получается. Так, сейчас я... Блин, да что ж ты будешь делать-то, дверь? Ой, на тебе. Еще. Получай, так. Ё-моё, только патроны трачу, честно говоря. Ну ладно. На тебе. Вот так, да что ж такое-то, мне просто зайти не дает, честно говоря. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, спокойно, Вулфи, я в порядке, пока что все под контролем. Так, этот дробаш я тогда выкидываю, потому что патронов здесь больше не остается. И пока что возьму вот этот. У него еще троечка заряжена здесь. Так, что у вас здесь? Так, на тебе, получай. И тебе в голову тоже получай. Так, еще один, да? И еще один остался. Вот так, великолепно. Слушай, Вулфи, все у нас с тобой от патронов-то больше ничего и не осталось, получается, вернее, от дробовиков. Так, эти тогда, наверное, пускай в камерах сидят. Я их даже доставать не буду, потому что, ну, нафиг оно мне надо. И так, слишком много шума навели, да и сразу видно то, что там не пилоты. Так, а где тогда пилот может находиться, если его даже в этом здании нет? На крыше, что ли? Я, честно говоря, как-то сомневаюсь, то, что он будет находиться где-то здесь на крыше, потому что, да,
Его здесь, к сожалению, нет. А вот единственное место, которое я не проверил, это еще вот эта вышка. И, кстати, когда я только-только подходил к тюрьме, я видел то, что там кто-то как-то, как будто бы целился с этой вышки. Так, Вулфи, сейчас, погоди. Я на этот, опа, заборчик упаду максимально безвредно. И все. Так, Вулфи, стой на месте, ладно, здесь пока что возле башни. Я поднимусь на эту башню вот сюда и посмотрю, что у нас тут находится. Так, опа, а здесь у нас, кстати, военный какой-то. Так, радар у него даже имеется. Так, и куда он у нас смотрит, получается? Так, что у нас там такое? Слушай, я вижу. Я, между прочим, вижу, куда он смотрит, и там... А, по-моему, я нашел пилота, Вулфи. Слушай, на этот раз, по-моему, в полном серьезе нашел пилота. Так, что это за винтовка у него? Кстати, два патрона еще имеется на этой винтовке, но... По-моему, мы всех зомбаков завалили уже здесь, да? Ладно, пускай пока что винтовка будет при себе. Мало ли. Я, наверное, сейчас даже, может быть, просто так постреляю. Так, Вулфи, пойдем. Пойдем за мной сейчас. Нам нужно с тобой уже отсюда поскорее выбираться. Но я, единственное что, я самолет-то еще не нашел. Я даже не знаю, где он здесь может находиться. Я надеюсь, что у того пилота хотя бы будут ключи от этого самолета. Потому что если его не будет, этого ключа, то мы с тобой отсюда просто не улетим и не уплывем, потому что... Так, это самолет, что ли, там стоит? Погоди, Вулфи, серьезно, что ли? Сейчас вот сюда вот залезем с тобой. Так, да, Вулфи! Слушай, самолет-то на месте стоит! Все, Вулфи, сейчас мы отсюда с тобой выберемся, сейчас мы отсюда с тобой уже наконец-то выберемся. Погнали, скорее, слушай, главное, чтобы ключ. Главное, чтобы только ключ этого пилота сейчас был при себе, и тогда мы с тобой точно отсюда смотаемся. Так, тут зомбаков-то нет больше живых, потому что они тут расстреляны, это, видимо, снайпер стрелял это, да, насколько я понимаю? Так, давай проверим. Да, нашел, я нашел, Вулфи. Так, что такое пневматический ключ? Хотя, по-моему, похож больше на какой-то степлер электрический, честно говоря. Но я не знаю, мне все равно. Мне, честно говоря, все равно, с чего заводится этот самолет. Главное, чтобы он сейчас завелся и чтобы мы с тобой отсюда полетели уже поскорее. Погнали, Вулфи, погнали. Все, немного осталось. Немного. Ну что ж, так, все, погнали. Немного осталось. Так, стоп, а как же Стеф тогда? Не знаю. Блин, а как Стеф, он же где-то здесь, или нет, Вулфи? Ладно, пока что отсюда выберемся, а потом обязательно за Стефом чуть что вернемся. Так, пойдем, Вулфи. Так, я сажусь, запрыгивай. Аккуратненько пока что запрыгивай. Так, господи, это сюда. Это кладем сюда. Так, топливо, полный бак. Все, Вулфи, погнали. Погнали. Сейчас мы с тобой уже наконец-то отсюда полетим. Так, держись, тут потому что кабины особенно нет. И главное, чтобы тебя только отсюда не унесло. Так, Вулфи, все, полетели. Надеюсь, то, что далеко с тобой доберемся.